Всем, друзья, привет! Вы на Икотплей, и это Мистер Жвачек. Как давно его мы ждали. И мы будем готовы к выживанию перед этой ядерным ударом. Итак, друзья, мы начнем, и вы что-нибудь подготовьте для чая, там, например, как раз поесть и посмотреть в двойном удовольствии. Думаю, это заслуживает лайка. Давайте начнем, и это будет первый же день. Как там обычно, обживание. И прям как в начале демки. С тех пор, как чума прошла, в этом городе стало просто невыносимо жить. Он совсем мертвый. Здесь нет ничего, кроме испуга и пропагандистских речей и тотального контроля. Я пытался сбежать. На этот раз у меня ничего не получилось. Но я все равно отсюда выберусь. Меня называют мистером-выживальщиком. Давайте сразу научим друг друга, как в этой игре работать. Вы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Ввиду попытки побега мы конфисковали ваш автомобиль. Это стандартная процедура. Как помните, это делали уроды эти. Кошмар. Разумеется, покупать новый вам запрещено. Агентство выражает надежду, что вы не будете предпринимать дальнейших попыток покинуть Мерикосвиль. А, конечно, я собираюсь полюбить это городишко всем сердцем. Похвально, гражданин, сегодняшнего дня вы на испытательном сроке. Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. А также стандартная процедура. Вы, не сомневаюсь, что вы будете примерным гражданином, и мои визиты станут простой формальностью. Боже храни президента. Боже храни. Да, это не про нас. Добро пожаловать, обучение, я с чем бы скажу. Хорошо. Пройдем вместе, покажу, что да как. Итак, ну это обычное управление. Мне сейчас не до этого, согласен. Время подготовки. Ну-ка посмотрим дату. О, мы здесь находимся. Вот агент 2 числа придет. Так, что здесь у нас интересного? Безопасный уровень. Картина, да? Территории холст. Ага. У территории... Нехилая территория. Понятно. Побегай вместе. Так, а что там на... Ну, вот здесь, кстати, у нас план. Посмотреть. Ну-ка. Пора вздремнуть. Так быстро. Ну, давайте вздремнем. Тем более нам вздремнуть нужно для того, чтобы мы отдыхали. И у нас сил хватало на то, чтобы что-то сделать. Тем более нам очень помогает. Так, тем более нужно бы что-нибудь поесть. Давай посмотрим. Если ты будешь нажимать два раза, мы быстрее прибежим к нему. Давай откроем, посмотри, что здесь есть. Морковь, сырой, капуста, суп, трудные операции. И все в порядке, можно съесть свекла. Что-нибудь. Давайте... Вот ее как раз сидим. Так, здесь откроем. Так, во, отлично. Не хотел бы, конечно. Все, вот, я наелся. Это ваша живучесть. Хорошо. Я понял. Самая важная характеристика, кстати, да. Да, в обмороке не нужно нам быть. Да подожди-то. Ешьте и отдыхайте. Короче, мы будем отдыхать и есть. И еще делать дела свои. Надо будет вырасти. Так, кстати, да подожди ты.
Я хочу так осмотреть, а открыть нельзя, да, еще пока что. Давайте я вам посмотрим план побега. Вот он, грандиозный. Задача номер один – выжить. Это первостепенное, конечно. Номер второй – это сбежать. Построить бункер внизу. Да, все понял. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, постройте первую. Окей, пошел. Здесь есть такая возможность. Почему нет? Так, план постройки пошел. Добыча ресурсов тоже, которые нам, возможно, понадобятся. Отлично, все готово. Да. Кстати, здесь нужно будет подойти. И здесь у нас верстак. Так, убираем. Отлично. Чуть-чуть его осмотреть. Ага. Ну, кстати, запрещено польза агентства. Металлодерево. Металлодерево. В принципе, дерево можем заказать. Нам металл же нужен, получается. Побыстрее. Пора закупиться. Да, через время они какие-то привезут. Так, Серега. Так, мне нужно 8... Вот, 8. 32 бача, так, мои деньги 50. Маловато. Но Серега, я на него надеюсь, он привезет. Доверие второго левела. Это очень хорошо. Так, ну чё. Это время отчет, когда он приедет. И новое приглашение, да, информация будет. И также новые торговцы нам будут, тоже будут доступны. Так, пока что мы... Время пошло. Так, и нужно будет в лес по дрова. Да и не только. Надо щепки собрать. Там какие-то элементы. Может быть, что-то найдем новое. Это будет классно. Так. Ага, да, давай. Вот эти бревна соберем. Также ягодки. Не лишние будут. Где-то перекус. Так. Ты что? Ага. Типа, ну, усталость все равно идет. Надо отдохнуть. Надо к инспекции подготовиться. Так. Здесь больше ничего. Так, вот этот электрощиток можно будет потом отремонтировать. Давай сюда, двигай. А ты там расслабился. Забирай. Отлично. Три бревна готово. И мы отправимся домой. Переход. Через знаки. Да, домой. Все. Всегда домой. Мы всем рванем. Так, ну что. Мы добрались до дома. И теперь у нас задача на нашем верстаке. Сделать и разобрать. Получается, сколько у нас? Три бревна. А почему? Давай. У нас 5. Древесина получится из 3. Так, время идет. У нас поспать тоже надо будет. И тоже жизни у нас тоже откидывается. Так. Давай еще раз. На 5 раскидывается. Все готово. Так, мы забираем свой металл. 8 железного хлама. Не знаю, что там было, но шестеренки это были.
Так, забираем. Ага. Апокалиптический доллар. Вот так вот. Бабусики такие у нас есть. Так, все забрали. И мы давайте додумаем здесь и сделаем верстак улучшим. Потому что он чуть-чуть подоржавел. И сейчас нам нужно будет... Мы сейчас его сделаем. И надо отдохнуть. Давайте быстренько сделаем лестницу. Создадим. Друг, давай. Теперь надо поспать. Я думаю, нам нужно поспать. Потому что у нас персонаж очень-очень устал. Нам следить надо будет. Почему ты? Ложись. Не до этого? Ты думаешь, ты сможешь? Ну ладно. Давайте поставим его сюда. Все верно, вот. Надо прикрепить же. Все отлично. Так, заберем это. Стекла. Так, а что у нас? Ну-ка, открыть. Можно вот так чуть-чуть. Давай ягодок зажмем, чтобы было. Так, и так. А здесь для быстрого доступа еще возьмем стекло. Все понадобится. Потому что по отдельности, ну такого себе. Если у нас стекло есть, оставим себе пару стаканов. О, здесь еще есть. Забираем. Забираем. Трем-трем. Так. Нам нужно... Бункер нужны лампы, чтобы сделать. Понадобится стекло. Давайте разберем что-нибудь в верстаке. Так, разбираем. Отлично. Сделать лампу. Так, вот сейчас... Да, согласен. Так, настенную лампу. О, подожди. Нет, вот создать. Создаем. Я думаю, надо две такие штуки. Давай. Наш друг. Темновато, конечно. Да, да будет свет. И разместим его сюда. Давай, бегом. Пойдем поспим. Давай, мистер выживальщик, готовится ко сну. Я думаю, ты не уснешь в этом ролике. Итак, первый готов. Вторым числом придет наш проверяющий. Мы должны скрывать это все от проверяющего. Ага. Скоро придет агент. Надо скрыть. Накрытие. Бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Бегом, 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 убегаем. Уважаемый агент, я иду, я вас услышал. Здравствуйте. Это стандартная процедура. Согласен. Так-то безопасность, благополучие и все. Боже, храни президента. На первый взгляд все хорошо, посмотрим внимательнее.
Так, в комнате все рассматривает. Ух ты, хитрый гад. Кстати, надо будет... Вообще, я бы вот это все повесил, вот этот убрал план сюда, вниз. Здесь только хлама. Он вели где-то... Что это, труп или что, или бомба? Какие-то еще остатки. Тачка вон, грузовая. Ну что, мы прошли, и у нас все хорошо. Так, благодарщик. Результаты расследования. Недостающие обязательные предметы. Два подозрительные предметы. А, бочки. Уровень подозрительности 28%. Следующий визит. 8/1. 13:38. Окей. Боже, едва принесло. Надо быть осторожнее. Так, хорошо. Надо будет поставить верстак. Вот сюда. Ты убери полотно. Давай сюда. И вот так вот. Поставь, чтобы он здесь стоял. Все удобно и комфортно. Так, кстати, надо позавтракать и что-то себе сготовить. Конечно, надо приготовить. Надо... Только что... Давайте посмотрим, какой рацион может быть у выживальщика. Так, сырых ингредиентов. Вуаля, еда. Приготовлена еда намного питательнее. Так, а чего нам нужно? Ой, там вода нужна. Бигос. Там куриный карачок и капуста. Курочка. Это нужно будет... Получается нам морковь, свекла, капуста. А у нас, блин, у нас мы же сожрали. Вот это мы зря. Так. Вот это мы можем. Так, положить все. О, взять все. Так, воду мы взяли. Что у нас не хватает? У нас морковки не хватает. Везде у нас морковки, да? А где мы можем морковку взять? Вообще, по идее. Если так, можем просто суп. Вот этот, первый. Съесть? Подожди. Да подожди, так, выживальщик, да. Это снаряжение и блокнот. Так, что здесь? Надо проверить свой грандиозный план. Ладно. Подожди. Открой инвентарь. Во, инвентарь. Я не хочу, чтобы все это пропало, потому что срок годности у них тоже есть. Так, вода пусть остается у нас. Угу. Бегом. Открываем, проверим. Ну, переверни. Так, посадить в бункере растения. Для этого нужно будет сгонять в магазин. Чтобы сделать самую простую подземную ферму, вам понадобится 5 комнатных почвы. Можно сделать с помощью верстака. 5 пакетов семян можно найти в доме. А, кстати, да, семена также можно купить. Кстати, да, друзья. Металл. Так, что у нас здесь еще? Пойдем по ящикам пошерстим. Где-то семена должны быть. Здесь нету ничего. Простая приманка. Ой, нет, давайте заберем. Положить. Так, монеты. Денюшка, денюшка. Это что у нас? Так, где-то здесь должны были. О, семена. Капустные семена и морковные семена. Так, металлические коробочки. Ты завозьми. И вот этот возьми. Так, вода. Здесь семена свекольные, морковные. Так, все готово. Так, здесь еда. Что у нас там? Давайте возьмем несколько металлических. Они все равно нам много не нужны. Это что у нас? Это большая коробка какая-то у нас.
Так, по топливу здесь. Это топливо. Мусорка. Что у нас? Мусорки 0. И здесь 0. Так. Давай пролезем. За компьютер. Что, безопасный компьютер? Радио. Радио не работает почему-то. Так, давайте сгоняем на верстак. И мне кое-что важно. Участок земли. Я бы, конечно, создал еще... Что там ходит? А, почту. Почту пригнали. Так, мне нужно создать... Делается, да? А ты без меня можешь это... И время быстро улетает. Прям махом. Отлично. Давай сгоняем на почту, проверим, что там есть интересного. Так, письмо. Цветастым почерком. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что там написано. Так, дорогой сосед, вам нравятся цветы, травы и вообще растения? Каких никак не зависеть, можете завести друзей? Устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой? Любите природу? Если ваш ответ хоть на один вопрос «да», а в этом я уверена, приходите днем в лес. Возможно, вы не найдете там нового друга. Травница. Интересно. Мне вот кое-что интересует. Я бы хотел здесь. А почему именно здесь? Почему ниже? Почему не... А можно как-то управлять? Чертежи у нас. Нет. Так, сюда. А, ну, то есть увеличить только можно вот так делать, да? Давайте вот так разместим. Так, мне нужно будет тогда лестница. И сделать, например, пару ламп. И также нужно будет лестница, пару ламп и где будет расти. Так, уставший, да, у нас наш друг уставший. Металл можно будет разобрать. Так, наш друг устал. И давайте, наверное, все-таки вздремнем чуток. А то он какой-то у нас сонный. Давай, поспи. Так, все. Это 8 только числа. У нас сейчас 3. Сразу сохранение проходит. Благодарочка. Так. Так, у нас свекло. Задача по свекле. Идем быстренько на наш верстачок. Так, это участок земли разобрать обязательно. Металл, это все металл. Так, нам нужна лестница. Создать одну. Спускаться же мы будем. Так, и мне нужен... Так, верстак, койка, настенная лапа. Да, мне стекло нужно. Разобрать. Вот, на две
Да даже по ним тоже стекло. Давайте сделаем. Тогда получается 3. Чуть дольше, но нормально. Так, давайте сгоняем сюда. И один супик возьмем. Все положим обратно. Все более-менее, все хорошо. Так, на чем мы остановились? Нам нужно поставить лампы, да? Чтобы все это было симметрично. Установим вот так, чтобы все видно было. Глаза у нас не болели, работая здесь. Итак, что будем дальше делать? Участки земли мы можем поместить. Наверное, начнем отсюда. Как спускаемся, сразу грядочки. Здесь даже прилично грядок можно запахать. Давай отсюда сделай сразу. Кайф, что можно сказать. Маленькое отступление, наверное. Да хотя, зачем? Три грядки будет. Так, и нам нужна свекла, да? Свекольные семена. А как получается? Да. А, это я просто положу. Взять. А, вот, посадить, извиняюсь. Посадить. Свеколку. Отлично. И нужно будет полить. Вода у нас есть. Так, хорошо. Посадить. Посадить. Полить обязательно. Следить за водой. Так. У нас... как я помню... Надо еще. А у нас свеклы нет больше. У нас капуста. По письму. Что-то агента. Белый стакан. Зеленая тарелка. Сколько у нас там получается? По плану. А, без разницы, да? Ну, свеклы сделал. Даже 5 нужно. Подожди, даже 5 участков нам нужно. Не обратил внимания, извините. Сейчас мы сделаем. Давайте здесь отдельно сделаем. Чуть-чуть. 2. Так, и здесь будет семена. Блин, я все. По привычке такое перетаскивание просто. Так, здесь, конечно, полить. И посадить. Посадили, отлично. Польем. Здесь тоже не будем оставлять. И морковочку, которой нам как раз не хватает. Так, нужна вода и свет. В раковине? Да-да-да. Это я помню. Так, больше света, больше рост. Так. Вот здесь она, вода. Набирается у нас. Сгоняем к травнице. Иди сгоняй. Полей. И к травнице. Познакомимся с теткой, которая нас ждет. Итак, источник пищи есть. Надо свериться с планом. Пошли посмотрим.
такую, не торопишься. Так, как же мне сбежать? На машине, на самолете, на ракете? Не бред какой-то. Так. Придумать план. А где он получается? Первое, второе, третье. Но у меня нет вдохновления. Что мне делать? Надо еще, надо подумать. Нужно вдохновение. Так. Пойдем сбегаем быстренько. Хотя, успеем мы. В лес сгоняем. К травнице. Может, мы познаем, как... О! Мы можем сделать... как там... Либо коктейльчик, либо что еще. Так, здесь семена. Ой, эти ягодки. Там лань или кто, или олень. Больше никого нету. Я что-то не наблюдаю. Ты там идешь, да, пешком, я как понимаю, да? Расслабляющийся такой походочкой. Так, забери вот это вот. Создадим. Да-да, я вижу. Дерево забрем. Погнали, погнали быстренько. А это кто? Это какое-то животное. Здесь никого нету. Все, возвращаемся домой. Домой, надо отдохнуть, надо поспать. Так, бегом. Так. Да, спать давай. Может, уставший. Вы посмотрите, он у нас посередине. Как рубит. Живучесть-то. Все. Остановилась. Ну почему она вот на 49, да, получается, у нас осталось. Так, надо будет сходить, посмотреть, что к чему. Надо будет разобрать. Разберем давайте. Что он еще? Металл. Это тоже разберем. Ничего лишнего не бывает. Воду соберем и сейчас нормально может. Так, это у нас что? Это проспать. Либо мы рухнем. О, здорово, здорово, жевальчик. Утром я свернул не туда и потерялся. Понятно. Сейчас мы поспим. Обязательно надо поспать. Надеюсь, у нас вот эта как раз линия, она заполнится назад. Да, заполняется назад. Живучесть потихоньку, она просто добавляется. Нам, короче, аккуратнее надо быть с этими моментами. Но она будет добавляться назад. Возвращаться. Так что мы пережили. О, дождик. И здоровье. Так, надо посмотреть. За урожаем. Давай бегом сюда.
Она же... Так, помогать. Так, палить. Палить. Растения должны жить. Тем более для нас это все делается. Посмотрим, что там можем сделать. Участок, бейсбольная бита, простая ловушка, невинный зверишек, да? Это что нужно? Картон какой-то. Давайте две штуки создадим. Коробочки. Все, то есть возвращение, в принципе, назад можно. Фотография ракеты. Ага. А это что? Это то, что нам ночью принесли. Уважаемый мистер Выживальщик, вы меня не знаете, но я вас знаю. Вы очень интересный человек, мистер Выживальщик. Ваши дни такие днем с огнем не сыскать. Знаю, что ваше небольшое путешествие обернулось неудачей. Очень жаль. Но если позволите, мне бы хотелось посоветовать вам играть по-крупному. Не ограничивайтесь землей. Полагаю, к письму кое-что полезное можно приложить. И дизайн уже опробован. На первый взгляд это может показаться безумием. Но я знаю, что вы, выживальщик, справитесь. Не беспокойтесь, я сохраню ваш секрет. Я вам еще напишу. Искренне ваш, Минитмен. Интересно. Кто такой? Зачем? А, интересно, я не знаю этого парня, но он может оказаться полезным. Может быть, у него есть другие любопытные вещи, он захочет поторговаться? Это интересно. Ну-ка, вот это что такое? Протокол инспекции граждан. Ага, проводится подозрительность в зависимости от уровня подозрительности. Стандартное домашнее оборудование. Это печки, все это... В принципе, вот столько должно быть всего. Понимаю. Ну-ка посмотрим. Так, ага, это местная травница. А вот это ракета. Угу. Фотография шикарная ракета, очень вдохновляет. Понятно. Как не смешно. А это все-таки может сработать. Мне правда кажется, но сначала нужно придумать план. Так, все, здесь рост произошел. Так, а кстати, вот это вот, здесь же бочка топлива. Вот это все надо забрать. Заберем эти бочки, а то они здесь. Так, ящик оставим. Потому что ругались. Сам директор ругался. Так. Кстати. Мы можем приготовить. Здесь у нас вот. Черничный смузи. Хотя бы один. Хотя бы один мы сделаем. И это мы уберем. А вот это мы оставим. И как раз можно будет съесть смузи. Пузи. Тем более в лес мы всегда сможем сгонять. Итак, друзья, давайте на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Я думаю, эта серия заслуживает лайка и вашей поддержки. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Может, какие-то ваши советы, что-то вы хотите подсказать мне и помочь. Я буду всегда рад. На этом все. Всем большое спасибо. Всем аригато. И не болейте. И будьте счастливы. Всем пока-пока. And it's up to us to take it back. I'm caught where the city don't sleep. Caught with a lion on a leash. No place for the weak. Bring them up to the beat. Believe what you see. No tame in the beast. No tame in the beast. I move my feet with the jungle. I run things. Streets in the jungle. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.